Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот и наступило 1 ноября. Необходимо нам прийти в наши сады и посмотреть, как подготовились наши растения к зиме. Вот эти прекрасные взрослые гортензии пора обрезать. Землю под кустами я уже замульчировала хвойным опадом и перегноем, хорошим толстым слоем, чтобы корневая система не промерзла. И теперь срежу только соцветия, а мелкие ветки, которые у нас тут наросли внутри куста, сбоку, это все я срежу весной, не буду сейчас никакой обрезки делать больше кусту, только срежу вот эти соцветия для того, чтобы у нас не было нагрузки вот на эти ветки сильные, хорошие годичного прироста, чтобы они у нас не сломались под тяжестью снега, который может на вот эти соцветия налипнуть. И поэтому вот сейчас срежем только соцветия. И наша гортензия будет прекрасно зимовать. Этого достаточно. Я уже говорила, что никакие гортензии, ни метельчатые, ни древовидные мы не закрываем у нас на Южном Урале. Будет достаточно только замульчировать почву. Вот сосрезаем их все. И вот в таком состоянии гортензия уходит на зиму. Не бойтесь, она достаточно зимостойкая, ничего не станет с вашими кустарниками. Это все на выброс. Компост, конечно. С этими кустами проделаем все то же самое. Летом, конечно, это было роскошное цветение. Я обязательно на следующий год вам покажу, как цветут летом и осенью, как выглядят эти соцветия. Вот это кусты Limelight, а вот эти две Vanilla Fries. Они еще, в общем-то, достаточно молодые кусты, но уже очень себя хорошо показали обильным цветением и, в общем-то, интенсивным ростом. Вообще гортензии очень быстро растут, так что смело сажайте саженцы молоденькие, и у вас в саду вырастут замечательные, за 2-3 года, замечательные красивые кусты гортензии.